А можно по лестнице домой спуститься? Точно все хорошо? Ты уверен? Может, проверишь еще раз? Я уже проверил, пожалуйста. Кто-нибудь молитву знает какую-нибудь? Я не знаю. Я такая грешница, блядь. Господи, зачем я согласилась? Чего ты хочешь делать? Я думаю, толкнуть уже меня хочешь. Не надо. Бля, какой ужас, как высоко, господи. Блядь. Как зовут? Меня Надя. Как? Надя? Надежда. Безнадежная надежда. Прыгаю на закате, да? Надя. Подходи. Они не идут. Так, только пока не толкай, хорошо? Договорились. Я тебе скажу, когда надо. Если не надо, не толкай. Хорошо, не толкай. Не подходи только. Я встала уже. Нет, надо ближе. Это не достаточно. Блядь. Это достаточно. Вот, хорошо. Блядь, это достаточно. Хватит меня подталкивать. Блядь, а если я уебусь в кусты? Кто меня в кустах потом найдет? О, блядь, как страшно, ёб твою мать, господи боже. Прости меня за все грехи. Темнеет, а кто меня в кустах в темноте найдет? Так. Тебе легко говорить! Я уже ничего не хочу! Отпусти домой! Ладно, нет, давай закрой глаза, ты меня толкнешь. Разрешаю на толчок. Единственное, смотри, здесь не так все просто, потом. Что-то для этого нужно? Ручками, да, двумя. Куда? Двумя. Вот так, да. Нет, слишком. Слишком коротко. Блять, какой господи. А если я отпущу ее случайно? Ничего страшного. Вторую ручку возьми. Вторую ручку берешь. Да, только не говори, что ты толкаешь. Сделай это спонтанно. Это понятно. Через 3 секунды, когда я закрою глаз. Тебе нужно рукой, чтобы взять веревку. Блять, господи! Возьми руку и возьми веревку. Двумя ручками возьми. Все, я уже ничего не держусь ни за что, кроме веревки. Господи, господи, господи. Не надо наматывать. Не наматывать. Все, тебе надо еще же стажок сделать. Еще стажок. Пережала. Вы там ловите меня, что ли, уже? Давай! Ладно, в кусты так в кусты. Лови! Лучше бы 500 рублей заплатила. Не, ну кто-то должен в кустике. Что, по лицу прилетел? Да нет.